Мы рады приветствовать вас на культурной акции «Ночь в музее». Начиная с 2005 года проводится культурная акция «Ночь в музее», участие в которой с каждым годом принимает все больше музеев, галерей и выставочных залов. Эта акция приурочена ко Дню культурного наследия и проходит обычно в выходные дни. В этом году «Ночь музеев» проводится в ночь с 20 на 21 мая. В эту ночь можно посетить те места, в которые давно не удавалось попасть, увидеть необычные музейные мероприятия, послушать концерты и принять участие в мастер-классах. И хотя «Ночь в музее» по времени проведения больше подходит для молодежи и взрослых, некоторые участники подготовили специальные программы для детей и семейной аудитории. Организаторы акции постарались сделать программу насыщенной и интересной для всех. И прямо сейчас мы с вами начинаем знакомиться с нашими участниками. Музыкальный проект «Зажги себя» – уникальная творческая площадка, созданная для поддержки и продвижения молодых исполнителей Республики Мариэл. Талантливая команда, самобытные участники, полезный опыт звездного состава экспертов, амбициозная и энергичная идейная вдохновительница всего этого действа Татьяна Шашкова, которую многие, скорее всего, знают как певицу Татьяна Шик. Жаркое лето 2015 года, Крым, Всероссийский молодежный форум «Таврида». Успешная молодая певица Таня Шик выигрывает грант для реализации музыкального проекта нового формата. С этого момента начинается история «Зажги себя» – музыкального стартапа, объединившего талантливых молодых людей, шоуменов, фотографов, видеографов, дизайнеров, фитнес-тренеров и танцевальных инструкторов, а также волонтеров и пиар-менеджеров. 6 августа 2016 года на Патриаршей площади в рамках празднования Дня города состоялся грандиозный финал «Зажги себя» – самого обсуждаемого проекта республики. Йошкар-Олинцы и гости города увидели яркую концертную программу и получили возможность услышать вживую участников проекта и приглашенных артистов. Ну и мы с вами сегодня имеем такую уникальную возможность услышать и увидеть наших молодых восходящих звезд прямо сейчас. А откроет программу удивительная молодая девушка, лауреат множественных международных, всероссийских, городских вокальных конкурсов. Большой опыт телеведущей и ведущей концертов. Встречаем! Вероника Зеленовская.
Афанасенко, 19 лет. Учится в Поволжском государственном технологическом университете по специальности материаловедения и технологии новых материалов. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано. В данный момент занимается вокалом в Поволжском государственном технологическом университете. Поет для себя, потому что ему это нравится. Это создает душевное спокойствие и удовлетворенность, как утверждает сам Вячеслав. С музыкой начал знакомиться еще в 6 лет. В настоящее время дошло до того, что не снимает наушники, даже спит в них, как утверждает опять же тоже наша же Слава. Слушает рок, и в данном жанре в основном заключен большой смысл в тексте песен, а красивое исполнение помогает нам его глубже понять. Итак, встречаем Вячеслав Афанасенко. Всем здравствуйте. Извините за небольшие неудобства. Ну, может, кто-нибудь знает эту песню? Это песня моей юности. Как же произошло, жизнь опять словно белый лист. Может, красками холст, красно-желтым ее каприз. Ночь все перевернет и оставит больно потом. Точно еще повезет с теплом. Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах под теплым дождем. Thank you.
знакомый подъезд. Поднимись на восьмой этаж. Смотри, как солнышко ест. Этот мир, он уже не наш. Скоро наступит сентябрь. СМС-ом пришлет пароль. Она тянет тебя в новую любовь. Джинсы порезаны лето, три полоски на кепке под теплым дождем. All my life to forget I'm missing you. Ooh, ooh, ooh.
Crossing on the bay. Staying in my bed pretend. Busy fighting, got me waiting. Oh, oh, oh. Can't go on alone again. Need someone to know the pain. You gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Слава Афанасенко, можно еще его наградить нашими аплодисментами бурными. Какой талантливый парень. Ну, а следующая девушка не стоит даже в каких-то представлениях, потому что это очень известная девушка в нашем городе. Это ведущая торжеств, это певица и просто красавица Екатерина Гребнева. Я не пойду на сцену, я боюсь упасть. Я боюсь высоты, поэтому я не выросла. Поехали. Крепкого чая, пусть огонек.
А следующий исполнитель – Сергей Пикшев, молодой парень, студент, суперзажигалка. Просто любит петь, как заявляет сам Сергей. Посыл его песен только позитивного характера, так как он желает, чтобы все люди были счастливы и вокруг было все хорошо и по-доброму. Начал увлекаться пением и музыкой в 11 классе, то есть 5 лет назад. Хочет стать звездой, дарить людям позитив, получать много денег и жить в кайфе. Встречаем Сергей Пикшей. Здравствуйте, всем привет. И как мне теперь выступать после вас? Вы просто великолепны. Вы просто великолепны. Песня называется «Видели ночь», группа «Кино». Давайте, кто знает, попевайте. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать. Мы гуляем одни, на нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Следующая песня будет немножко лиричнее, называется «Откровение о двоих», группа «Мураками». Я не смею взглядом тронуть, прикоснуться к голосам, нежностью своей наполнить. Безнадежно я пропал, заболел мое сердце. Нужен запах губ твоих, задыхаюсь на коте. Откровения твои. Спасибо тебе за весну и за честность, за блеск этих глаз. Безрассудством зарази солнечное настроение. Если грустно, позови. Разукрасила минута, вихрем ворвалась в мой мир. Пара слов и все как
свое творчество молодая исполнительница Вероника Зеленовская. Деятельностью. Встретил он Татьяну в ходе одного вокального конкурса на французском языке. Ему сразу понравился ее голос, так же, как и любовь к французским песням. Ребята не профессионалы, только любители, объединенные любовью к красивым и, по всему видимо, французским песням. Песня 2002 года исполнена самыми известными популярными певцами из Канады Селин Дион и Гару. Эта композиция сразу поднялась вверх хит-парада во Франции, Бельгии и Швейцарии и до сих пор является самым популярным дуэтом во Франции. А наш дуэт сегодня – Артур и Татьяна. Thank you.
Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, ах, как найти путь к твоему сердцу?
больше не от тебя, а как найти путь к твоему сердцу? И ничего не нужно больше мне от тебя. Любите девушки, кто их знает. Национальных и международных конкурсов многих городов, гран-при и первые места. Дарья Мутных. Stop.
исполнитель из репертуара Лары Фабиан. Ждем. Чудес! Чудес!